Работники Накынской площадки теперь знают, как быть грамотными наставниками. В Накын к сотрудникам приезжал тренер корпоративного университета. Наставники научились находить общий язык с обучаемыми, передавать опыт. О методах ускоренного обучения на рабочем месте, особенностях обучения взрослых и повышении мотивации учеников к обучению в работе узнали участники двухдневного тренинга по производственному наставничеству на МНГОК. Вслед за теорией работники приступили к практике, составляли листы анализа работ на производстве. Это инструмент, который позволяет упаковать и передавать десятилетний опыт работы за пару недель. Листы анализа отвечают на вопросы, что делать, как именно, почему и что произойдет, если сделать по-другому. Последний пункт повышает вовлеченность и мотивацию ученика и позволяет избежать ошибок и производственных потерь. Эти листы анализа наставники будут использовать при обучении, чтобы повысить производительность, качество и безопасность работы новичков.